Всем привет, меня зовут Рори, это Джейн Шепард и Mass Effect. И сейчас мы пойдем на дело. Грабить чужий офис. Но с позволения его хозяина. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I should let you go. Let me go. Я должна вас отпустить. Humans consider conversation a form of imprisonment? That would explain why so few are willing to sit and talk. Так, офис находится на... Ой, что это сейчас было такое? Офис находится внизу. Точнее сказать, лифт, через который можно попасть в офис, находится внизу. Он мы увидели, когда просто гуляли здесь и с нами кем-нибудь разговаривать. Подлые люди. Мерзкие, маленькие, подлые людишки. И еды и сознание. Так. Куда теперь? Куда пойти, куда податься? А, еще ниже. Так, резенько. Оп. Прелесть, да? Просто Сибирь. Никак, да? Я не помню, как приседать, если честно. Ты в полуприсед... А, на полуприсед. Ладно, окей, поехали. Классный ракурс. Ракурс крутизны. Какая-то ты субстильная, но вкормленная вообще. Так, стоит сохраниться. И не упусим. Так, на всякие пожарные. Пугает человек дебил. Просто на всякий случай. Ага. Здесь некто. Фриз! Handshan Security. This office is sealed. Прикольно, стоит это Фриз. Типа, замерзни. Или что? What do you do if I don't? You're the Spectre, right? Laura Keene is under investigation. I don't have time for this. Get the hell out of here or I'll start shooting. Ой, такой нам устала. You want to cause trouble? Что случилось? Ой, мамочка! Прячься! Так, заходим сзади. Стой, скотина! Кто где? Где кто? Ты тут? Ручное. О! Взять все. Переработать мы всегда успеем. О, я знаю, что это. Именно. Нет, этого я делать не буду. Так. Ну-ка, я могу сохраниться?
Не удалось? Ой. Твою же ж, бабушку. А. Ладно. Человеку по имени Гаррет нужна информация о местонахождении одного из наших грузовых кораблей. Он считает, что по пути исследования в систему отваги. На корабль его брата напали хаперы. Кто это? Требуется провести расследование. Ну, ок. А тут еще есть что? Ой. Спасибочки. Я бы очень сильно была счастлива, если бы здесь были какие-нибудь витаминочки там или еще что-нибудь такое, знаете ли. Блин, быстро сохранение не удалось. Я просто видела тут еще. Что это? Это типа мне должно что-то показать? Так. Или я что-то сделала, или я что-то включила. Я вообще не понимаю, что надо делать. Так, ну нужная нам штука находится там. Угу. Окей. Так. Там еще вход наверх, между прочим, был. О-о-о, няша-няша. Что-то вкусное. Ручное отключение. Лезвие. Взять все. Теперь я как правильно буду сначала смотреть, что ребятушку можно дать моим. Вот. Ну все-таки, ребят, давайте сохранимся. Все не так уж плохо, поэтому. О. Аккуратно, 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 аккуратно. Стоять! Стоять! Так, проверим. А теперь? А теперь получилось понятно. Из-за тебя одной противной. Угу. Вот жалко, что труп нельзя лутать. Это вообще как бы неправильно. По-любому у них куча всяких хороших вещей. Полезно. Или я плохо рассуждаю, как плохой человек. Ну... Я не претендую на звание хорошее. Но? Нет, ничего нету. Да-да-да, витаминки, витаминки. Вы издеваетесь. Отлично, спасибо. Интересно, а сколько я на себе могу тащить? О! О, прикольно. Хотя нет, не прикольно. Вполне возможно, что нам придется сюда отправиться. Нас отсюда вот эта вот дамочка могла переубивать вообще спокойно, как нефиг. Я не понял, как встать. А нет, я понял, как встать. Странная система, знаете ли. Так. Сначала все возьмем. Ну, я как бы готова.
Так, было сохранение. Это очень-очень плохо. Вот теперь я могу взять, нет? Вопрос, почему? Нет, вполне возможно, что дешифровка позволяет использовать для взаимодействия предметов средней конструкции. Я думаю, что вот это вот мне надо как-то... Там что-то вкусное, наверное. Нет. Все у нас нормально распределено. Все на жизни хорошо. Сохранение. Десяточка. Ну ладно. Пистолетик достань, греха подальше. Ой, да и устань ты уже, хватит тут. Ой, нет. Ой, воу. Я же понимаю, что нам придется с ними биться, да? То есть я, по идее, могла бы сейчас их отсюда перебивать, да. Но а вдруг они хорошие? А вдруг их не надо убивать? А вдруг нам повезет? I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Ты кто? You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling. Иланис Риск Контроль Сервисов. А, это же та стерва, которая у нас внизу тахамила. Анна Лейс, ты отбросил меня от мира за то, что ты здесь. Я не буду. Знаешь, что мы сделали с коп-киллерами на моем мире? Твои мужчины грязные, сержант. Ты здесь, на службе, нарушая закон за деньги. Угу. Ну, это так. Я не хотел их бороться, они стреляли первыми. Well, I don't need to go. You must die. Ах, ну не ш... У меня нет слов, серьезно. You must die. Windows must die. Это была наглость. Я к этой стерве, как вежливая, издалека. Не хотела на нее нападать. Пошла ты. Где там моя большая классная штукенция? Вот так вот. Пока. А почему я не могу их убить? Этот гадюш меня целится. Ладно, мы возьмем пистолетик. Да ладно. Возьми пистолет и убей эту стерву. Не, ну ты посмотри, я не могу это сделать. Да-да. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Do you plan on making me leave? Leave? You think I'm gonna let you walk out? Uh-uh. Anelaus would throw you off world for what you did here. You know what we did to cop killers? Она похожа на... Your men are dirty, Sergeant. You're here off duty, breaking the law for bribe money. If you want a fight, I'll give you one. Да. You talk the talk. Let's see if you can walk after I break your legs. Бежим. I will destroy you! Тихо. Юмас, да, стерва. Да что ж ты... Она не настоящая? Или мы что-то с ней... Где? Не опять эту хрень выслушивай, да? Погнали.
Ладно, следующий раз пытаюсь сохраниться там. I don't think you're supposed to be in here, Shep. Быстрее. Аналеас, быстрее. You're here off. Быстрее. I'll give you one. You talk the talk. Let's see if you can walk after I break your legs. You must die. Давай. 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 Где? Не вижу. В упор не вижу. А, вижу, спасибо. Так, помнится, еще один был здесь. И он меня как раз убил. Ребят, давайте-ка убейте его, ладно? Я не хочу высовываться, еще раз слушать вот эту хрень. Дорогая, давай. Отлично. Давай. Давай. Еще. Давай. Ах ты ж собака. Так, отошла. Так, по-моему, там надо чем-то пользоваться, какой-то хренью. Так. Ну-ка, напомните, пробивает. Это что делает? Удерживает позиции. А, это вот мне. Щиты повреждает увеличить, который будет носиться в следующем бассейне снайперской винтовки. И да, и оружие противника еще произносит наибольшую. Давай-ка попробуем. Так. Переключились. Там один, блин, охранник остался, ребят, вы чё? Давайте тихим ходом. Идём к нему. Отлично. Берём снайперку. Я очень аккуратно всё это делаю, потому что, ну, вообще никак нигде ни разу не хочется. Так. Да что ж такое? Ай, давай. Прячься. Ребят, ну кто-нибудь... Пристрелите эту дуру. Деньги экспо. Спасибо. Ну, реально, очень не хотелось как бы... И да, я не такой хороший уж снайпер. Окей, я хреновый снайпер. Убрали оружие, встали по... Встали, я говорю. Так, смотрим, что здесь можно хорошего взять. Хотя вроде мы тут все уже хорошее, что могли взяли. А мне интересно, почему трупы пропадают? В смысле, у нас такое офигительное оружие, которое расщепляет их на мелкие атомы, и поэтому... Что происходит? Видите, да, я шла через... Угу. Может, стоит? Нет, не стоит. Да? Ну ладно, окей. Так, сохранение. Удалить. Да. И сохранить. Да. Просто на самом деле я уже
сегодня, сейчас не первый раз записываю, и... Ну, я очень мало проходила, меня очень честно убивали, вот, но... Короче, надо чаще сохраняться. Раз я не великий снайпер и вообще не великий геймер, мое спасение — это сохранение. Аж тихами заговорила. Хоть бы музыку какую-нибудь, что ли, включили. Опа! Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Я? Кто? Как бы выкрутиться? Я абсолютно... Отличный ответ. It's probably Analeas's thugs ripping the place apart. Smart ass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Ой. Так, чувак. So what can I do for you today? I have to go. You need anything, I'll be here. Ой. Я даже не знаю просто, как это все описать, как бы... Лох — это судьба. В баре так в баре. Хочешь встретиться, встретимся. Все равно тут с нами практически никто не разговаривает. Ничего уж там, никто не разговаривает. Или стреляют, или убивают. Кожлы. Так, а где бар? Да. Чё я парюсь? Что это? Ну да, гараж. Это лифт. Это лифт. Это магазин. А бар-то где? Офис. Не, серьезно, а где бар? Ой. Извините. Правду говорю. Не знаю, где бар. А может быть он... А, он был выше, точно. Это же... Короче, там же, где наш этот Кин или Шин или... Ну, короче, эта фигня нас ждет. Нас ждет девушка Грузова. Так, сейчас главное не перепутать, в каком порядке кому подходить. Сначала девочка Розан, потом морда. Все четко, все нормально, все в порядке. О, музычку включили. Хотя, может, это типа из бара доносится, поэтому включили. Так. Ага, вон она. Так, на всякий случай. Я, конечно, все не сомневаюсь, я молодец, и все скажу правильно, но так, а вдруг? Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. А что надо? What do you want? The executive board knows about Analeas's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Так, ну давай узнаем, что ваша работа. You work for Analeas. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Analeas' guilt in one package. Так, ну окей. I thought corruption was the rule on Novaria. The rule is, don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Analeas is driving customers away. Why don't you ask Keen directly? I'm Analeas' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence?
Look. I'd like to help you, Miss Parasini, but I need Keen's garage pass. It's vital to my mission. Yes, yes. Fate of billions and all that. I couldn't possibly understand how important your work is. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Analeas is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Заплати мне. Keen is offering to pay me. Can you? I can produce a copy of Analeas' pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. Ой, да ладно. All right. I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Короче, я не должна отдавать доказательства Кину, но и при этом должна его убедить отдать мне бабосы, пропуск и прийти к этой розовой. Вы знаете, наверное, это я сделаю уже в следующий раз. Что-то я не готова пока к таким свершениям. Ну ок. Всем большое спасибо. Всего хорошего. Пока.